Работа у нас не для каждого. Из-за графика? Сослуживцев. Кругом одни кадавры. Наркотиками баловались? Да, но это в прошлом. Теперь все нормально. Добро пожаловать. Это вы новенькая? Меган. Загадочный случай. Некая Ханна Грейс. Родственники проводили обряд по изгнанию духов, что ли? Папа. Но что-то пошло не так. Стой! Она возьми да умри. Знаете, как говорят? Если помешать обряду экзорцизма, зло найдет новый сосуд. По мне, кто умер, тот мертв. Навсегда. Думаете, справитесь? Не сомневайтесь. Кто умер, тот мертв. Кто умер, тот мертв. Ты должна сосредоточиться. Только дыши. Кто умер, тот мертв. Кто умер, тот мертв. Кто умер, тот мертв. Навсегда. Тут кто-то есть? Кадавр. Кровь больше не циркулирует по венам. Клетки мозга медленно умирают. Тело уже начало разлагаться. Ты мертва. Я не мертва. Господи, проснись. Anchor Bay Films представляет. Анна! Анна! Анна, открой! Пошел к черту! Отпустите меня! Пожалуйста! Ты по-прежнему в стадии отрицания. Они видят лишь труп, лежащий на столе, и только я вижу тебя по-настоящему. Но я не мертва! Сейчас только я могу тебя слышать. Тогда докажите, что я действительно умерла. Как спасти свою жизнь? Она не умерла, да? После смерти. Выпустите меня! Анна! Скорее! Кристина Ричи, Джастин Лонг и Лиэм Нисон. Жизнь после смерти. На собственных похоронах нужно выглядеть красиво. Потому что запомнят себя именно такой. Окружной морг. У нас лучшая аспирантская программа в Штатах. Поэтому я здесь. Доктор Гэллоу. Познакомьтесь с доктором Греем. Тед был лучшим по выпуску в Гарварде. Надеюсь, вы с ним полазите. Они умеют определять. В городе живет 6,5 миллионов людей. Пусть их будет меньше, а трупов больше. Любую причину смерти. Добро пожаловать в клуб. Вы предпочитаете мертвецов, доктор? За покойников? У них достаточно знаний. Если бы вы могли, кого бы убили? Интересно, что на это скажет доктор Грей? Надеюсь, вы не всерьез. Чтобы не попасться на убийстве.
Сегодня ночью только мы с тобой. Чем займемся? Ничего особенного. Я его убил. В каком смысле? Спроси лучше, как. Это что, игра? Вот именно. От создателей адреналина. Да? Откуда ты знаешь, что я не донесу? Иначе все улики укажут на тебя. Ты слишком много работаешь. Теперь все будет хорошо. Кто это? Он любит маленьких девочек. В худшем смысле слова. Поверить не могу. Теперь. Хочешь знать, кто из нас лучший? Ты меня подставил. Вот именно, Тед. Единственный способ их остановить. Я не хочу играть. Отсюда никто не выйдет. Победить в их игре. Вы проигрываете, доктор Гэллоу. У тебя очень красивая невеста. Вы, наверное, очень счастливы. Мы животные. Убийство у нас в крови. Патология. Вест. Герберт Вест. Мистер Вест, это Дэниел Кейн, один из наших лучших студентов. А чем вы занимались? Смертью. Жизнь — совокупность физических и химических процессов. И если бы кто-то нашел средство, которое запускает химические процессы заново... У меня получился реагент. Ты хочешь экспериментировать на людях? Мы можем победить смерть. Мы будем знамениты и вечны. Ты будешь помогать? Будешь или нет? Нет. Да, моя любимая. Доктор Холзи, окажите любезность. Верните меня в университет. Герберт, остановись. Вам со мной не справиться. Кто хочет дозу? Чего-то другого. Можно посмотреть? Что? Нет, нет, нет. А это еще зачем? А вдруг оживет? Шериф, что случилось? Документов нет, отпечатков в базе нет. На данный момент личность не установлена. Ему нужна моя помощь. А с 11 я весь твой. Покойные 25-30 лет. Волосы каштановые. Глаза серые. Что ж с тобой случилось? Сначала ее связали, затем отрезали язык, отравили ее, парализовали, заставили проглотить эту ткань. Что это? Не должен увидеть то, что видели мы.